Мансарда – это отличное решение для реконструкции старого или строительства нового дома, когда бюджет на строительство строго ограничен. В данном видеоролике мы кратко и пошагово раскроем сборки каркаса классической ломаной мансардной крыши. Итак, поехали! По традиции, начинаем с битумной гидроизоляции поверх арм пояса. На гидроизоляцию укладываем выравнивающие подкладочные доски для балок перекрытия. Устанавливаем балки перекрытия на специально подготовленные для этого шпильки. Такую конструкцию точно ветром не сдует. Если длины балок не хватило для карнизных свесов, то мы продлим их длину за пределы стен с помощью небольших брусков меньшего сечения. По низу брусков можно сразу закрепить обрешетку для софитов, с торца лобовую, а сверху выравнивающую доску для стропил. Собираем каркасы боковых наружных стен и ставим каждый на свое место. Не забудем про лестничный пролет. Он должен быть свободен для перемещения людей. Иначе ушибов и ссадин на голове нам не избежать. Собираем и устанавливаем каркасы для межкомнатных перегородок. Как вы уже заметили, схема расположения балок заблаговременно предусматривает все эти моменты и нюансы. В данной ситуации каркасы наружных фронтальных стен проще собрать по месту. А также не забываем про перемычки между стойками. Расположение потолочных балок перекрытия подбирается по трем основным критериям. Они должны соответствовать предполагаемым нагрузкам, ширине утеплителя и способу последующей отделки. Каркас мансарды готов. Можно ставить конек по центру и распределять стропила. Неплохой дачный домик получится, что скажете? А у вас есть опыт? Поделитесь достоинствами или недостатками строительства и проживания в таких домах. До скорых встреч! Пока!